Сегодня ребята из детского садика «Елочка» посетили музей-заповедник Петра Ильича Чайковского. Подготовительная группа регулярно ходит на занятия, которые проводят для них работники музея. Мы слушаем музыку, нам помогает техника, мы смотрим балеты, мы изучаем биографию Чайковского, дети знакомятся, и все это в игровой форме, чтобы дошкольникам это было интересно, понятно и доступно. И обязательно потом рисуем, вот как сегодня мы делали оригами лебедей, вот используем разные формы вот такого творчества. Темой занятия был балет «Лебединое озеро». Сначала ребятам рассказали историю балета и выучили вместе с ними несколько балетных позиций. Это первая позиция. Колечко видела, каточки у меня какие круглые. Так, а мальчики, вперед ручки. Вторая позиция у нас. Ручки расходятся в стороны. И третья позиция. Ручки над головой тоже колечком. Такие кругленькие. После ребятам показали видеофрагменты из балета «Лебединое озеро». Рассказали о сюжете, главных героях. Кстати, этот балет был первым для Чайковского, которому он написал музыку. В выставочном зале музея-заповедника хранится балетная пачка балерины, которая исполняла роль черного лебедя, Майи Плисецкой. Как красиво украшена ее пачка, да, ребята? Да. И камушками драгоценными, и все переливается, и блестит на ракушке. Да, даже ракушки. Но еще иногда у нас выставляется головной убор черного лебедя, а черная птица одевается на голову. А в завершении урока дети из бумаги сделали своих белых лебедей и пустили их в озеро. Такие занятия проводятся регулярно, и дети с большой радостью на них ходят. На этом уроке присутствовали дети 5-6 лет, но ходят сюда и более маленькие. Современные дети, избалованные всякими техническими новинками, но многие с удовольствием смотрят и слушают. Потому что дети не приучены слушать классическую музыку, а нам очень хочется, чтобы наши клинские дети знали ее, любили и гордились, что у нас жил Петр Ильич в нашем городе и знали его музыку. Тоже несколько лет у нас программа называется «Дни Чайковского в детском саду». Мы выходим и в детские сады, и дети приходят к нам сюда в музей, привозят детские сады. И мы изучаем творчество Чайковского, биографию, и не только Петра Ильича, но и других музыкантов-композиторов. В этом году 10 садиков посещают такие занятия, плюс еще в несколько сотрудники музея ходят сами. Позвонить и записать группу можно по телефону, указанному ниже. 7 лет уже существует эта программа. Такие же мероприятия проводятся для начальных классов школ. Ведь не за горами 175-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского. И главное, чтобы для наших детей это событие стало настоящим праздником, в котором они смогут принять участие. Конечно, если хорошо будут знать биографию великого композитора. Артем Синяков, Александра Феофанова, программа «Мой клин».